Всем привет-привет! И это мой новый выпуск о ремонте. И я рада вам показать все то, что мы уже сделали. На самом деле мы уже переехали и живем уже практически месяц. И это безумно счастливое событие в нашей семье. Мы так долго его ждали. Вот. Но то, как это все происходило, как происходила подготовка к переезду, вы можете увидеть сейчас в этом выпуске. Ну что? Я стою уже на фоне новой крыши, и мы безумно счастливы, потому что теперь нам не страшны дожди, так как был потоп, и мы безумно переживали. А вот она, новая крыша. Ура, ура, ура. Счастливые просто обладатели. Вот. Есть еще мелкие недочеты, которые мы доделаем со временем. Это уже не так важно. Главное, опять же, повторюсь, что она не течет. Во дворе бедлам. Но это тоже все со временем уберется. Вот. И еще одна новость. Нам установили уже дверь в санузел. И я готова вам ее показать. Она мне тоже очень-очень нравится. Я тоже счастлива. Так что ремонт движется. И надеюсь, скоро будет переезд. Я думаю, вы рады за нас. Спасибо вам, что нас поддерживаете. Пошлите смотреть новую дверь. А вот, собственно, и новая дверь наша в санузел. Да, она белая, как я и хотела. С черным стеклом, с черными ручками. Это просто класс, класс, класс. Мне безумно нравится. С этой стороны, значит, стекло матовое, если вы видите. А вот с этой стороны оно глянцевое. Меня тоже можно наблюдать. Вот. Разместили так, потому что нам мастер посоветовал, чтобы глянец был в санузел. Если будут попадать капли, что с глянцем намного лучше его стирать. А на мате будут, ну, как бы будут оставаться границы. Вот. Видите, такие вот. Так что пошлите с другой стороны покажу. Мы уже подсоединили, видите, выключатели. Пошлите посмотрим с этой стороны. Оп. И вот так вот. Классно. У нас смотрится вот этот глянец, вот это черное стекло. Я просто в него влюбилась. Я просто счастлива. Ну и вот такая вот, собственно, белая. Со стороны, конечно, желтый такой цвет. Такая вот. Где-где-где-где. Такая вот белая дверь. С замочком. Чтобы можно было закрыться, если что, в санузле. Ну, и вот санузел пока. Вот так вот. А здесь у нас будет пенал встраиваемый. Но он тоже будет попозже, потому что еще много работы. Вот наш инсталляция подвесная. Скоро здесь появится тумбочка, которая уже куплена, стоит, но много дел. И вот такой вот санузел. Вот. Экран тоже со временем появится. Все в таком сереньких, красивеньких тонах. Вот. Очень-очень мы рады. Освещение будет, конечно же, другое. Не желтая лампочка. Будет натяжной потолок. И будет 3 точечных светильника. Вот такие вот дела. Ну и пока душевую инсталляцию тоже сняли. Оставили только кран. Вот она. Наш тропический душ. Есть. Я везде сегодня отражаюсь. Только как я отражаюсь? А вот я. Вот такие вот. Какой у меня нос. Вот такие дела. Так что всем огромное спасибо за поддержку. Спасибо, что наблюдаете за нами. Смотрите нас, поддерживаете нас. Блин, как она круто отражается. Класс. Вот. Ну, а Толя вчера замазал. Где они? Все подрозетники вставил. Вот. И будем подключать розетки. Где-то розетки уже подключены. Сейчас я вам покажу. Например, здесь розетка уже подключена, видите? Дальше. Вот здесь. Вот здесь. Вот. Все очень красиво. Дальше. Вон там тройная. Тоже подключена. И вот здесь вот двойная плюс теплый пол. Кстати, с этими розетками у нас была беда. Беда состояла в том, что у нас же были вот тройные вот такие штучки. И вот это вот никак сюда не помещалось. Видите? Поэтому нам пришлось вставлять двойную и рядом с ней теплый пол. Потому что так
Вообще никак, она маленькая синяя. Ну, так тоже неплохо. Мы подвели все одинаково, чтобы стояло. И вот будет так и здесь, и на кухне тоже так же самое будет сделано. Вот. А я буду сейчас, кстати, мыть батареи на улице. Мыть батареи, потому что они все в пыли, все в грязи. Я их буду мыть. Вот. Такие вот дела, делишки. Кстати, в этой двери я тоже отражаюсь. Везде. Достали линолеум. Будем резать там в комнатке. Вот. Ну как, особо, вы знаете, не отличается. Конечно же, ламинат чуть светлее, чем линолеум, но он с молочным таким отливом. Этот сероватым, а этот с теплым. Холодный, этот теплый. Хотим сейчас вот здесь вот вложить, то ли доделал. Вот здесь вот этот кусочек. И сейчас будет ложиться. А тем временем мы прикручиваем плинтуса, уже начинаем. Окошки помыла, все красиво. И... начинаем. Фокус ушел. Фокус покинул чат. Будем... Толя работает в поте лица. Да, Толя? Он не в поте, и не лица. Но работаю. Работа, работа. Батареи повесили, но еще не прикрутили. Там вот датчик уже теплого пола и розетку уже сделали. Все прекрасно. Там розетку я вам показывала. Чего? Ну, чтобы это самое, не провалить сюда. Чтобы... Ну, ты Лена, мастер. Так, насобирала некоторую часть закаток, завезем в подвал, туда спрячем. Также вещи насобирала, что-то зимнее уже сразу отвезем. Помните, вакуумированные пакеты с зимними одеждами тоже завезем. Тут что-то собирается потихонечку. А здесь уже разобрала ящики. Вот, вот это вот мы сейчас повезем первую партию. Шкаф еще не разбирала, чтобы сложить на второй этаж, потому что это зимние в основном вещи. Вот здесь нет ничего такого. Вот так вот. Посуду также собрала. Подписала.
Пока мы ей пользоваться не будем, пока кухня не установлена, она будет в коробках лежать. Тут уже тоже собрала, остались мои сумки. Там пусто, и здесь пусто, там вещи некоторые остались. Ну и здесь вот одна полка, а так тоже везде пусто. Видеоотчет за освещение, конечно, простите, но сейчас я вам все покажу. Я счастливая, довольная, просто круто. Ну, это входная дверь, ну, желтая, конечно же, свет, будет все, натяжные потолки, все это будет, но попозже, не все сразу. Положили мы линолеум, но его еще не доделали, мы его еще доделаем. Под него нужно положить подложку, потому что у нас здесь разница в высоте. Перевезли некоторые вещи. Это в шкаф. Шкаф потом приедет тоже, и позже он соберется. И самое крутое — это наш холл, наш такой второй коридор, где будет лестница. Тут Толя все убрал. И это просто... Я не знаю, это просто такая крутотень. Еще эта дверь. Ну, это классно. Все светло, все бело. Ну, я очень довольна. Ну... Здесь вы все видели, эта дверь в санузел, я помыла полы на кухне, тоже все очень беленько, чистенько. Ну, пока кухня не приедет, будет вот такое вот у нас, кухня приедет где-то к концу августа. Стена будет поклеена обоями, обои я еще не выбрала, когда появится кухня, тогда буду смотреть по интерьеру уже и обои. Идем дальше, зал. Уже светится. Там переносная наша лампа. Видите? Сейчас я буду мыть здесь полы. Плинтуса уже везде, кстати, везде по дому прикручены. Плинтуса. Вот, они везде есть. На камере, кажется, они чуть темнее. Так в жизни они светлее. Ну и зал. На сегодня у нас поклеены обои. Обои, конечно, при разном свете они разные. Такое эхо. Они кажутся, видите, с таким сероватым. При вот этом освещении они кажутся синеватой. В общем, поклеили пока вот столько. Будем потом дальше клеить, сюда, сюда. Но холл мне безумно нравится, этот холл, от него в восторге. А здесь дальше будет, ну, здесь не будет поклеено, здесь надо будет полностью шкаф. Вот если посмотреть вот так вот, по ширине вот этой вот, шкаф будет на всю стену. Ну и обои, ура, скоро переезд, я надеюсь. Вот. Если убрать свет, то тоже светленькие, обычненькие, красивые. Ну, мы хотели под текстуру, кстати. Видите, под текстуру штукатурки мы хотели вот такие вот обои. Так что, ну вот на свету можете посмотреть. Вот такие вот они. Серовато, ну как под какой свет попадет, вот. Ура, 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 ура. Осталось прикрутить тумбочку, умывальник. Вот. Это все. Сюда. Вот. Ну вот и все. Мы закрыли квартиру. Мы съехали с нее. Завтра передаем ключи. Ну, а сегодня все, последние вещи. Прям как-то грустненько даже на душе. Надеюсь, это новый этап в жизни. Не надеюсь, это реально новый этап в жизни. Мы счастливы, мы рады. И в наше новое семейное гнездышко. Ура! Это последние вещи. И вот мы приезжаем. Ура!
торжественное открытие двери. Ура! Счастья нет предела, что это теперь наш дом. Мы круто, 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 мы безумно рады, безумно счастливы. Просто ура! Заходим. Заходим. Толя сегодня немногословен, потому что ему не просто. Да, Толя? И Леечка уже здесь. Очередной выпуск о ремонте, уже не о ремонте, уже о переезде. И еще раз повторюсь, мы безумно счастливы и не можем, кстати, поверить, что мы уже переехали. Вот, также, если вы хотите рум-тур по дому, как мы пока что на первое время все обустроили, то ставьте мне пальчики вверх, пишите комментарии о том, что вы ждете этот рум-тур, и я полностью сниму все так, как есть у нас сейчас, и покажу вам. Вот. Так что оценивайте это видео, давайте нам знать о том, что вы хотите новое видео о рум-туре. Ну, а мы счастливо живем наконец-таки в своем доме, и это круто, круто, круто. Вот, спасибо всем огромное, с вами была Лена Фрост, всех люблю, и пока-пока!